Новые люди на местах и глава важнейшей промышленной компании. Кадровый понедельник во Дворце независимости. Александр Лукашенко сегодня обновил состав руководства нескольких областей. Назначил и руководителей сразу четырех районов. За Минский моторный завод теперь отвечает Александр Ботвинник. До этого один из топ-менеджеров БелАЗа. Сергей Савицкий стал первым заместителем председателя Могилевского облсполкома. Несколько важных кадровых назначений в Гомеле и области. Заместителем председателя облсполкома назначен Дмитрий Олейников. У Гомеля новый мэр Владимир Привалов. Новое лицо и в столичной мэрии. Олег Корзун теперь в должности заместителя председателя. Вадим Кравчук занял пост заместителя председателя Брестского облсполкома. А вот его преемником на должности главы Жабинковского района стал Андрей Кузьмич. За Малорецкий теперь отвечает Роман Жук. За Березовский Вячеслав Метлицкий. Дмитрий Шабетник назначен главой Светлогорского района. Для него это карьерная ступенька вверх. Президент поставил конкретные задачи назначенцам, со многими был предметный разговор, но есть и общие принципы в работе, которых Александр Лукашенко настоятельно рекомендует придерживаться. Задачи непростые. Я не хочу просто говорить по каждому району. Знаю я проблемы и Березы. Мы там немало сделали в свое время. Придется там подключаться вам очень солидно. Я думаю, вы обстановку знаете. Мой вам совет. Сейчас такой переломный момент. И давайте откровенно говорить, вот связанный со Светлогорском. Кто-то там пришел, ушел. Хорошо. Они вложились туда. Они технологии, та же IKEA или украинцы производили электроды. Технологии привезли. Они оборудование привезли. Они инвестировали. Ну, чисто политический момент. Сказали уходить, они ушли. До свидания. Мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. В рабочем порядке, то есть без визита во дворец, к своим новым обязанностям приступит ряд чиновников. Среди них новый замминистра архитектуры и строительства, а также заместитель министра юстиции.